Нет? Ну давай. Будем делать тыкву. Да! А кого мы будем делать тыкву? Котика. Котика? Точно? Да. Ну давай попробуем. Ну. Давай, теперь рисуем крышечку сначала. Отрежем? Да. Уха-ха-ха. Не порежу. Не порежу. Обещаю. Только осторожно, да? Угу, осторожно очень. Ева, тыква. А сейчас мы это все будем выбирать оттуда. Давай будем выбирать перевожку. Перевожку и... Давай, выбирай все, да. Выбирай. Я хочу вот это выбрать. Это семечки? Семечки? Да. Нам теперь надо сделать потоньше, да? Закрыла? Давай, дальше выкладывай. Не будем, мама снимает вообще-то. Яу. Полина, да? Давай. Вот Полина. Хорошо. Давай вместе. Бери фломастер в правую ручку. Правую ручку. Будем так, треугольнички, да, нам надо нарисовать глазки, треугольнички. Очень.
маленький, да? Первый глаз готов. Выталкивай, бери пальчиком, толкай. Опа! Вперед, вот так. Толкай. Опа. Вот так. Молодец. Ой, он выталкивает. Да. Вот. Им. Да? Выбирай второй. Опа. Там где-то застряло, да? Что? Подожди, бери ручку. Я боюсь, у меня рука сорвется. Ушки втыкать. Да? Так, чтобы вместе ушки будут втыкать. Да? Да. Я вас тут просто крышка становится. Вот. Так. Ушки. Так. Ушки будут крыть. А? Тут будут ушки, да? Тут будут ушки. Тут я выйду, тут. Тут. Берем, делаем. Папа, там было. Какая сила. Да? Куда я бы поставлю? Ну что, может покажем тебе, что у нас получилось? Та-дам! Держи. Получился котик? Там куда я бы поставлю? Да. Кто там получился? Котик? Котик. Мяу.